25 именах пророка, которые упоминаются в Священном Коране. Все мы члены нашей замечательной международной организации «Аккалфак», женщины, которые отправились в такой путь по Татарстану, из города в город, ездим на машине со своими костюмами, со своими вещами, оставили мужей дома, детей, чтобы донести до вас наше творчество. Не зря мы это сделали. И вот следующее произведение, оно прямо про нас. Написала слова башкирская поэтесса Диля Булгакова. Альхамдулилля. Альхамдулилля. Yeah.
біз білген қазір біз сізге өзіміздің жарымызды тақдим етеміз. Назифа Каримова сөздеріне жазылған біз бірге айдаңыз.
барк, увидя, митхазер, свят, нагя.